Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быструю, очень вкусную, сочную закуску к праздничному столу, которая выглядит очень красиво и аппетитно. Пол огурца нарезаем кубиком, выкладываем в тарелку. Третью часть одного перца также нарезаем кубиком и выкладываем. 50 грамм колбаски нарезаем аналогично. Также выкладываем. Добавляем 2-3 столовых ложки сливочного сыра и хорошо перемешиваем. Немного солим и снова перемешиваем. Выкладываем готовую начинку в тарталетки. Из красного перца вырезаем звездочки. И украшаем нашу закуску. Также по желанию можно украсить веточками укропа. И все, наша закуска готова. Я потратила примерно 10 минут. Получается невероятно вкусная, аппетитная, сочная, и смотрится она просто великолепно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!